Привет. Северный степной Крым, 6 июня 2023 года. Вот, хочу показать, какие бывают еще ЧП на пасеке. Вот матка облеталась, мы ее пометили, матка хорошая, крупная. Все, вот в этой семье, семья номер 7. Вот здесь вот я показывал, был огромный маточник, крупная была матка. Мы увидели засев у матки, все, я ее пометил, все красиво. Все прекрасно, а потом, сейчас покажу, потом... Получается, она проникла в магазины, я показывал. И я решил проверить на маточнике магазины. Ну, там корпус был бракованный немножко. Проскочила она, в общем, между решеткой. Пока была еще похудее. И потом, что я обнаружил в магазинах. Вот я залез в магазин, который я ставил в ощину. И смотрите, что я обнаружил. Видите? Это горбатый расплод. Правильно? И меня сразу это на мысль натолкнуло. Либо здесь работала матка. Вторая трутовка. И не та матка все-таки сюда проскакивала. А здесь вторая трутовка. Значит, ну, такая у меня первая была мысль. Что там есть хорошая у меня матка облетанная. А здесь матка-трутовка, которая не могла выйти через решетку. Ну, отрутовела и начала сеять в магазине. Такой вариант бывает. Ну, я думаю, надо сначала проверить еще, перед тем, как искать матку-трутовку, надо проверить основную матку. Каким же все-таки расплодом она сеет? И что я вижу? Сейчас покажу вам матку. Вот почему огромная матка, это не всегда плюс. Сейчас, где она тут? Только что она была здесь. Вот она. Смотрите, какой крокодил. И что толку с этого крокодила, когда он... Она трутовка. Она недооблеталась, видите? Но там же, по-моему, был... Ну все, сейчас она идет под ноготь. И объединяем, потом удерживаем. Теперь, чем это чревато? Вот сейчас этот весь трутень полупится, и будет здесь полно трута. А он мне нужен? И даром не нужен. И что теперь нам делать? А я отвечу, что мы будем делать. Теперь вот эти все рамки пойдут на выбраковку. Все, которые она засеяла трутаком. Вот эта матка, она негодная. Все, она бестолковая. Вот она ложит яйцо прямо при вас, видите? Красивая, крупная, здоровая. А в итоге трутовая. Трутовым сеет. А ну, где она начинала, сейчас проверим еще. Перед тем, как ее давить, надо убедиться еще, что она трутовка. Что это не две матки здесь работают. Сейчас убедимся. Трутовая? Трутовая. Вот эти все рамки сейчас на выбраковку пойдут. Сейчас я гнездо, в общем, пойду, соберу сушку светлую. Здесь и все рамки вот с этим расплодом, короче, струшу. И все пойдут на перетопку. Полностью пойдут на перетопку. Да не страшно, суши у меня хватает. Вот, тут хорошая была, конечно, еще сушь, но ничего страшного. Ну, вот такие вот есть, бывают нюансы. То есть на пасеке всегда все гладко, не бывает. Вот, вот вы заметили, облетали маточку, все хорошо, пометили, да? Да, она отрутовила. Смотрите, часть расплода пчелиного. Видно? Вот, часть расплода пчелиного, вот они. Низкопечатанные пчелиные. А остальное трутаки. Трутаки. То есть матка недооблеталась. Было холодно, она ходила на облет, но недооблеталась. И все, и быстро отрутовела. Сперма у нее закончилась. Она немножко начала пчелиной сразу сеять. И все, эта сперма моментально у нее закончилась. И все, да. Трутовка. Все, убираем этот весь расплод. В общем, сейчас я отставляю в сторону. Ну, все, матка, короче. Сейчас вот все ловим. Видите, какой кабан красивый. Вот. Красивая, здоровая, но абсолютно бесполезная матка. И нахрен ее. Все. Вот так вот бывает. Видите, порадуешься хорошей крупной матке. Она трутовка. Вот поэтому я делал временные отводки. Сейчас у меня там сидит маточка зимовалая.
во время нам отводки. Мы ее можем объединить без проблем. Хотя у меня есть другая, более интересная матка. Мне она больше нравится. Вот тут вот. У меня она резервная. Получается две. Вот эту вот и вот эту вот я увожу в город. Одну сегодня приготовлю, наверное, увезу. Потом еще раз увезу. В общем, город, пусть они развиваются. Я буду делать две резервные семьи в зиму. С них буду делать и семьи. Вот. А эту объединим. Не знаю, наверное, с ее же маткой объединим. Или с этой все-таки. Или все-таки с этой маткой объединить, не знаю. Ладно, пока, наверное, с ее маткой объединяем. В общем, вот для чего нужны резервные отводки. Видите, не только для того, чтобы в зиму помочь. Вот ЧП произошло у меня, а проблем нету. Вот маточка. Вот матки, вот она здесь сидит. Отводочек. И там пчелы, и там расплод. Все, красота, понимаете? Красота. В принципе, я сейчас прям сразу могу объединить. Ну да. Сейчас я матку поймаю, просто посажу пока ее в клеточку. Этих пчел, короче, всех струшиваю. И вот эти все рамки. Да, и вот эти все рамки, короче. Все, у них матки уже нету. Я ее задавил, выкинул нафиг. Это все, это не матка. Она красивая, да, но она бесполезная. Все, она уже не облетается. Никогда. Все, она трутовка. Вот эти все рамки теперь надо полностью выбраковать. И вот это вот, что она в магазине тут успела начудить. Сейчас мне надо перебрать. В общем, она тут магазин засрала мне. И вощину тут засрала это. В общем, вот это все сейчас надо перетопить. И вон, видите, на вощине. Все, эта вощина тоже сейчас на перетопку. Все, это все выброку, я перетоплю. Ну, а это бывает. Это чтобы вы понимали, что на пасеке не всегда все происходит гладко. Неважно, сколько у вас опыта. Все, это от вас не зависит. Вот от меня это абсолютно не зависело. Я выбрал самый лучший маточник, крупную матку, хорошую. Все, она должна была облетаться. Матка облеталась. Начала сеять. Все, я трутовела моментально. То есть первые ее были, я увидел печатный расплод, это были пчелины. Я ее пометил, все, закрыл. А потом, получается, я бы вот в конце сезона пришел бы, залез бы и обнаружил бы. Но я потом бы обнаружил, что тут куча трутака мелкого недоразвитого бегает. Я бы уже вскрыл бы ее, понял бы, что-то не то. Вот. Ну, так как, получается, она в магазин заскочила, и я вот по магазину сразу увидел, что... Вообще, я подумал, что тут просто матка-трутовка. Ну, в магазине оказалось, она не облеталась. Это нет, оказалось, что основная матка отрутовела. Вот вам и все. Вот вам проверили на засев, да, кажется? Все, красота, блин. Охрена с два, блин. Охрена с два. Трутовочки. Все, надо объединять с основной. Ну, с маткой зимовалой. Ну, все, вот это все убирать нахер, струшивать. Вот это все нахер убирать, струшивать. Потом объединять ее. Пусть она обезматывается. Потом объединим ее, короче, с основной семьей. Вот такая вот петрушка. Всем пока. Бывают такие расстройства. Ну ладно, сильно не расстраиваемся. Есть у нас вон матка зимовалая. Объединим с отводком и все. Все будет нормально.